Сегодня у нас 16 апреля 2017 года. Находимся в городе Дмитрова Ростовского храма. Здесь вот Игнатий нас решил голубей покормить. Они рады. Никита там тоже что-то балуется с ним. Братья, слушай, бы мне, да. Я тоже их голубь. Ты бы не ел, да, на тебе не советовал есть чужое. Поведаешь вещами.